Всем доброго времени суток, уважаемые подписчики и зрители канала, с вами Мега Коул, и сегодня мы с вами возвращаемся в ПК Билдинг Симулятор для, на самом деле, очередного проверки обновления. Ну, не совсем обновления, в игре кое-что вышло, это типа версия 1.6.5, в которой появилась мастерская от NZXT, которая мне на самом деле, ну, очевидно, больше нравится, потому что это больше мой стиль. Asus, конечно, топовая, но вот я хочу сегодня посмотреть именно мастерскую от NZXT, пособирать какие-то компы внутри, естественно, видимо, из именно комплектующих от этой компании, из тех, которые, возможно, естественно. Я еще туда не заходил, еще не открывал, и давайте сделаем это первый раз прямо сейчас. Когда оно вышло, опять же, я не знаю, просто увидел обновление, такого надо посмотреть, надо проверить. Купил мастерскую, и сейчас увидим, что тут у нас есть внутри. Играет музыка, которая, на самом деле, хотелось бы, чтобы она не играла именно здесь сейчас в таком формате, потому что больно потом будет мне очень сильно. Мы что-нибудь поставим сейчас, что-нибудь вот подобное, просто потому что... АП, больно. Вот так вот это все выглядит. На самом деле... Ну да, NZXT. Огромные белые буквы. Естественно. Материалы, значит, комплектующие, корпуса, пуки, кракены... Ну, не знаю, на самом деле. Тут не так уж и много всего. Причем календарь здесь, да? Наш комп здесь. Кстати, он как-то здесь очень странно выглядит. Типа это белый корпус, но он какой-то серый здесь в этом освещении. Тут компы, которые мы собирали на новогодний эпизодик. Можно выключить свет, ничего лучше не станет. Слушай, на самом деле... Не могу сказать, что мне прям нравится на самом деле, да. Этот борт, видимо, не знаю, типа для работы, но он не будет работать, потому что для этого есть скорее календарь. Не знаю, обычный, очень сильно обычная мастерская. Мало на что можно посмотреть. Asus пока что выигрывает в этом плане, хотя вот эти вот штуки на стене очень круто сделаны под стиль... корпусов, которые тут есть всегда. Это вот этот момент, вот эта фигура, это то же самое. Поэтому мы как будто бы в корпусе находимся. Ну да ладно, тут, кстати говоря, не расставлено ничего, давайте это сделаем. Ничего нового, насколько я знаю, не добавлялось. Никаких новых материалов, никаких новых комплектующих, никаких, ну вообще ничего, вот кроме просто мастерской. Но захотелось вернуться немного в игру. Собирать некоторые вещи, какие-то компьютеры. На самом деле много всего есть еще того, что мы не делали. У меня будет тут все в Asus, как вы понимаете, в любом случае, потому что, ну, Asus. Так, сейчас мы быстренько делаем редизайн, чтобы можно было жить и чтобы не тошнило. Прекрасно. Так, эти два компа я, пожалуй, сейчас отнесу в наш... Где здесь инвентарь? Вот это инвентарь, по-моему. Да. Нет, это инвентарь, нужен шкаф. Пока на хранение. До свидания. К сожалению, вот эти вот мастерские, они никак не работают, сверхгениально. Я бы каким-нибудь образом эти мастерские интегрировал бы, знаете, вот в компанию сюжетную, ну, сюжетную, да? Потому что как можно было бы это сделать? Например, мы начинаем работать как, там, мастером вот в той стандартной мастерской, там, у... Томми, или как там его звали. А потом, например, нашу работу кто-нибудь бы заметил, какая-нибудь бы компания, предлагали бы работу, скажем, какой-нибудь там помесячной оплаты или какой-нибудь еще. И мы могли бы, например, работать в Asus или в NZXT или в Razer, да, которые тут тоже есть. Это, в принципе, было бы интересно. Было бы прикольно, если бы такое добавили, не знаю. А это, кстати, компы, которые у нас, типа, а, вот они. Мне нравится, что, типа, в каждой мастерской по-разному выглядят эти коробки. Клево. Так, что мы сегодня будем собирать? Давайте подумаем. На самом деле, заказов
толком никаких сверхинтересных не было. Там был один попробовать собрать компьютер из комплектующих одной компании, но это невозможно. Вот, поэтому давайте начнем. Окей, посмотрим, что есть нового от NZXT, в принципе, по корпусам. Я думаю, будем отталкиваться от этого, потому что мы все-таки в NZXT. Давайте собирать NZXT. Что-то, что я еще не делал. H710i. Его я собирал. H510 Elite выглядит интересно. Его белого нет, к сожалению, да? 510i. Нет, это другой. Что бы такое собрать? Тут на самом деле не так, что и много нового. Орган коллектор. Тут есть какой-то 700i. Так, этот пока побеждает. А это старые уже пошли. Слушай, ничего толком нового прям не было такого, как я вижу. Обидно. Давайте тогда соберем из вот этого какого-то больного корпуса. Там какая-то органическая непонятная дичь. Ой-е! Ох ты ж твою мать. Да, я совершенно точно собираю что-то из этого. Тем более это 700i. Так, мы собираем кровавый. Так, я понял. Это будет интересно. Так, а тут у нас видюшки горизонтально, вертикально в смысле не встают. А почему? Это же 700. Или там надо 710. Сейчас, секунду. Надо кое-что проверить. Я просто не помню, какие именно модели. NZXT. По-моему, 710. Ай, да, это должно быть 710. Блин, но я хочу из этого собрать. Мне, в принципе, пофигу, ладно. Я бы просто поставил, типа, видюху-то вертикально. Но, увы. Что ж. И здесь совершенно точно нужна водянка. Здесь совершенно точно нужна, и она точно здесь будет, потому что... Типа, кровь, всякое такое. Так, это я сразу все вырубаю. Потому что это сейчас все будет сниматься, меняться. Блин, я так подумал, вот эти штуки даже, вот эти вот... Можно снимать с других корпусов и надевать другого цвета. И стенки, например, делать. Типа делать свои кастомные, короче. Так, это нам понадобится все. Окей. Давайте, значит, теперь смотреть по цветам, что у нас будет. Ну, я думаю, что это будет, типа, просто игровое что-то. Но давай игровое, обычное игровое. Не будем там со всякими иксами запариваться. Возьмем какой-нибудь Z310. Кстати, в принципе, Maximus X-формула... Очень даже подходит под это дело. Почему-то мне не тянет никогда использовать какие-то другие комплектующие, кроме как Атасу. Что со мной не так? Можно попробовать, типа, взять NZXT, но проблема в том, что они либо белые, либо черные, они нам по стилю немножко не подходят. Вот, так, а новые там Атасро, Colorful, Gigabyte, MSI. Давайте возьмем Maximus. Оно неплохо выглядит, оно как раз будет подходить по теме... В нашу органическую тематику. Тут будет обычный процессор. Ну, обычный, я имею в виду, i9, естественно. Памяти... Ну, ладно, будет 64. Окей, почему бы и нет? Я как-то думал, типа, может быть, мы сделаем немного попроще с 32. Да, а чё мелочиться? Где мой Trident? Так, я же Trident беру, естественно. Сейчас, может быть, по стилю. Нет, есть еще, конечно, предаторы. Они тоже с подсветкой, они тоже на Но они, правда, на 16 3200 максимум у них, да? Сейчас, вот давай, подожди, либо Trident, либо предатор, может быть, я сейчас еще возьму. Тоже вариант. Остальное все какое-то, ну, обычное. Ну, Trident просто подзадолбал, конечно, тоже понимаю. Знаете, ради разнообразия возьмем Predator. Он очень хорошо светится, в принципе, на скорость плевать. А мы возьмем 4x8. Реально будет 32, но она будет быстрая. А, подожди, а есть ли в этом смысл? А, максимальная скорость оперативки 433. Да, имеет смысл. Возьмем 32, просто разобьем их, и будет прям хорошо. Что-то с чувствием... С чувствительностью колеса что-то страшное сделали. Так. Они хорошо будут светиться.
все будет норм. Давайте сразу процессор воткнем. Я думаю, это будет i9, просто какой-нибудь 9900K наш обычный. Мы просто собираем ПК игровому блогеру, все нормально. Так и должно быть. Пока я не забыл, M2. Of course, куда без M2. В 2020-м-то году вы о чем? Первый выпуск в 2K20. Поздравляю. Тут все, естественно, не подходит, потому что у них по слотам. Так, тогда мы берем наш любимый, где он? На самом деле не важно. Вот, Corsair на терабайт. Тут слот один, да? Как будто бы нет. Как будто бы я могу поставить еще, но вообще странно, окей. Что касается памяти, сейчас мы... Давай по БП. Просто косарь. Просто Corsair хороший, который стабильно уже работает и в который стабильно влазит более-менее все, что мне надо. Просто закрепимся на этом. Что касается еще дополнительной памяти, это будет SSD. И там, где наши новые, мои любимые... Где мои? Фурия. Будет ли он здесь? Нет, оно будет сзади. Хотя... Да, оно будет сзади, не хочу засирать передний план. Давай два диска. Сильно парятся... Вот что, я про кабели забыл. Некоторые механики, как видите, вылетают из головы немного. Вроде все. Так, давай выбелим. Выбелим кабели. Это будут какие-то, естественно, красные. Вот только какие это будут красные? Прям красные-красные? Или... Мне почему-то кажется, вот что-то такое можно взять. Ленточный, гибкий, полосатый, черный-красный. Ленточный, гибкий, двойной красный. Либо можно просто взять красный, муфтированный плетеный, муфтированный гибкий обычный. Давай вот такой вот возьмем. На него и должен быть более-менее вот такой вот там. Он у нас красный. Это, конечно, цвет не такой прям вырвиглазный, но я с этим мало что могу сделать, к сожалению. Хотя можно, кстати, наверное, даже взять муфтированный, потому что муфтированный будет больше походить на какую-то органику. Ну, типа, он плетеный. Соответственно, да, я думаю, так будет интереснее даже. Муфтированный плетеный. Это больше похоже на органику. Да, это прям какие-то кровеносные сосуды. Такая вот какая-то дичь. Да, как раз вот они более-менее схожи по цвету. На самом деле нет, но... В принципе, это не будет сильно заметно. Да тем более у нас не так много проводов будет тут на первом плане, поэтому все норм. Так, видеокарта. Вот это на самом деле очень хороший момент, потому что, ну, естественно, 2080 Ti, и вопрос какая. Мне почему-то кажется, что вот... Colorful Game, черная. Мне кажется, она идеально в это впишется. Я все еще не понимаю, где Asus ROG Strix. Но мне кажется, что вот она. И вот, блин, было бы идеально, было бы просто идеально, если бы вот этот корпус с вот этой видеокартой, с вертикальной видеокартой, потому что у нее вот именно впереди весь прикол. Но да ладно. Обидно, конечно, что так немного забивают, но... Это могло бы быть очень красиво. И у нас здесь водянка. Прям она тут must have. Ну, естественно, она будет на процессор. На остальное я... Хотя, знаете что? Сейчас мне в голову пришла идея. А, я смотрю. Шланги RTX, я смотрю, да. Знаете, что я вам скажу, друзья мои? Ха-ха-ха-ха. Это будет легендарно. У нас достаточно много места здесь. Поэтому Кракен X72 отправляется наверх. И охлаждает процессор. Только надо подумать, насколько...
насколько хорошо именно вот это расположение. Я не уверен настолько в пространстве, но смотри. У нас будет охлаждаться процессор вот таким вот образом. Но у нас также будет видеокарта, которая тоже будет на водянке, но на кастомной водянке. Мне почему-то кажется, что это может сработать. Давай попробуем, во-первых, бачок засунуть сюда. В принципе, любой, смотри, видишь, подходит, кроме двух последних. То есть он влезает. Что-то органическое, да? Этот не хочу. В принципе, это может быть и вот этот вот. Он как-то странно. А, и там альфа-кул будет светиться синим, не. Не люблю, абсолютно. Давай какой-нибудь вот такой. Просто тупо прозрачный, да? Получается, радиатор тогда, который, наверное, даже будет не рейджентековский, а вот этот красный. А он РГБшный, он светится. Чё я ему задам, тем светиться и будет. Но вот я хочу именно, чтобы не вокруг светилось, что вот они сами. Поэтому это будет оно будет сверху. И, соответственно, шланги, которые, кстати говоря, тоже надо выбрать. И это будут, скорее всего... Это будет красный жесткий шланг с... Это хороший вопрос. Хотя, с другой стороны, типа, если мы говорим о всяких венах, они же не жесткие. А давай попробуем. А давай действительно попробуем. Красный гибкий попробуем взять. И вот, наверное, красный фитинг. Потому что эти переходы я не хочу, да, что-нибудь типа такого. Да, тем более у нас они... Посмотрим, как это будет выглядеть с гибким. Если не будет, то, ну, значит, поставим жесткий. Не так сложно. 2080 Ti, и мне почему-то очень сильно хочется взять, знаете, какую? Почему-то хочется вот эти вот две. Типа точно не Аурус, вот Зоток не знаю пока. Почему-то хочется вот одну из вот этих двух взять. В принципе, один хер не видно и непонятно, что это. Ну, типа, я имею в виду именно перед. Типа, это некрасиво. А, ну это альфа-кул. Не, мне настолько сильно не нравится дизайн этого альфа-кул, честно говоря, вот этот. В принципе, можно вот с этой попробовать. Можно даже салай попробовать тут накрутить. What if... А, блин, черт. Скосило меня немного. А вот, а правда. Давайте попробуем. Сейчас заглушку верну на место. Давайте пробовать все это дело соединять. Это на самом деле не будет сложно. Тут все достаточно очевидно. Прикол гибких шлангов в том, что они как бы подсоединяются сами. Но в этом как раз наш прикол. Как раз вот тем, что... Оно у нас все вот такое само по себе. Как раз вот как кровеносная система какая-то, видишь, выглядит. Так, это получается, вот это надо соединить вот с этим. Это с этим, а это, по идее, вот так вот, да, идет. Так не... Не, ну это как говно какое-то выглядит, честно говоря. Как-то не очень... Ну, типа, мне не нравится вот эта вот какая-то форма. Да, она органическая, но она очень некрасивая. Не, давай мы сделаем, короче, с человеческим. Сделаем все красиво. Сделаем все красиво. Возьмем красный, но жесткий, и соединим все как надо. Так, значит, это само с собой. Очевидно. Это само с собой. Тоже очевидно. Это сюда. Я только думаю, на передний или на дальний. Наверное, на дальний. Причем, наверное, даже это, скорее всего, должно быть... Хотя не, вот так хорошо. Потом, получается, эти две должны соединиться. Меня, конечно, раздражает, что вот меня вынуждают делать здесь очень крайне некрасивые вещи. Со словой этой установкой. Ну, в принципе. Опять же, это может идти вот так. Вот у нас такая какая-то... Что-то реально инопланетно непонятное такое. А, и это уже не работает. Ну да, что-то я тупанул. Должно идти сюда.
Причем как раз вот это может идти вот так вот сюда. Я сейчас думаю о том, насколько я уверен в том, что я хочу Эсталай, честно говоря. Потому что я его что-то уже не очень хочу с такими построениями. Да, я не хочу Эсталай. Давай, наверное, мы от него откажемся все-таки. Геморройно сейчас будет выставлять шланги. Одной видюхи хватит. Так даже как в каком-то плане перебор получается по всяким шлангам. Вот, и тогда можно... Вот эти вещи очень хочется оставить, но... О, знаешь, как можно сделать? Ща. Вот это сюда вытянуть. Это вытянуть сюда. Почему-то оно говорит, что мешает. Хотя, по идее, не должно. Что мешает? Да, это работает. Офигеть, круто. Это работает, причем так, как я захотел изначально. Прекрасно. То есть это может как раз вот тянуться так, только поровней как-нибудь, вот типа. Это сюда. Наверное, не в таком виде все-таки. Что-то поровней хочется здесь увидеть. Ну, как минимум, да? Так, ну и это на самом деле можно не... Да, это... Блин, надо было... Надо было вот эти две соединить, потому что... А вот, вот так оно будет выглядеть по-человечески хотя бы. Оп. Ну, что-то в этом есть, наверное. Ну, сейчас оно еще светиться будет. И сейчас еще хладагент важно решить, какой это будет именно. Какого цвета. Потому что, наверное, красный. Причем, наверное, красный и непрозрачный. Вот именно красный матовый прям. Типа вот такой. А, надо... Как нет питания-то? А почему? Почему внезапно нет питания? Секундочку. БПшник. Не влезает? Дайте посмотреть-то поближе. И правда, проблема в Кракене, потому что подключен Кракен. А поменять типа БП, потому что это, в принципе, имеет право на существование все равно. Модульный. Ну-ка, подожди, план Б? Что-то пошло не так по моим планам, у меня... Была гениальная идея, которая может очень сильно сейчас нарушиться именно из-за блока питания. И все равно не хватает кабеля, да? И все из-за этого? А, в материнке не хватает места. Вот оно что. А почему? Их же два. Раз, два. Что? Водянка отменяется? Вот ты, зараза, конечно. Я тебя понял, игра. Ладно, водянка отменяется в таком случае. Блин, это на самом деле обидно. Я почему-то не знаю, почему он не хочет вставить второй. Тут буквально второй такой же слот, который... Вроде как тот же слот, я, конечно, не шарю в схеме именно этой материнки, но, по идее, оно должно так работать. Окей. В принципе, обидно. Реально обидно. Я хотел сделать, блин, кастом вот на уровне реально того, чтобы это прям была органика. Это теперь будет выглядеть не так, как я себе это представлял. Давайте вентиляторов хотя бы напихаем.
каких-нибудь светящихся. Или просто красных можно. Да что-то, что по стилю, знаешь, будет таким. Можно вот эти взять. Они как раз красные, как будто, знаешь, как будто кого-то перемололи только что недавно, вот буквально. Нет, вот, вот эти, вот арктики. Вот эти надо брать. Вот эти. Они такие же, только выглядят опасней. Только сюда хочется поменьше. Ну что? Какой-то проводок, который... Да что ж ты будешь делать-то, а? Проводок, где он? Вот он. Они соединены, короче, каким-то проводком, который я не могу отсоединить теперь. Это нормально? Да ты при... Я не могу нацелиться на это, серьезно. О-о-о, нашел точку. Точку за... Опа, легко. Поменьше, чтобы просто влезло сюда не 2, а 3. Тогда смотри. Чем отличается 67, 77, 69? Зачем нужен этот, не понимаю тогда, если есть вот этот. Странно. Они буквально... Да, они одинаковые. По цвету, по размеру. Просто этот посильнее, но при этом он... А, он F сюда, все ясно. Да, короче, три штуки. Отсюда... Нет, третья влезает, все правильно. Вот, сюда... Ну, сюда 140-ую. Вот. Правда, подключать ее некуда, вот в чем проблема. Ну, значит, ее тут не будет. Окей. Тоже не сильно критично. Вот, и в принципе, готово. Я ничего не забыл. Термопасту намазал. Планочки вставили, да, все есть, отлично. Можно собирать комп и смотреть, как он будет сейчас смотреться со стороны. Потому что, в принципе, должно быть интересно. Вот именно с подсветкой. Это что такое? Я вытащил это вверх. Это БП-крепление, которое надо опять засовывать обратно. Так, ну, естественно, сейчас надо будет настраивать ему освещение, но в целом по стилизации мне нравится. О, оно даже корпус сам светится, смотри, как прикольно. Я такого не видел. Забавно. Так, устанавливаем, значит, сюда 3D-марк, естественно. Ну, мало что узнаем нового, но... Почему бы и нет? Очень хочется растянуть окно. Их можно растягивать, да ладно. Подсветочку. И все, ребутаем и... Еще оперативку настраиваем на нормальную частоту, а не на ту, которую оно изначально ставится. Ну, не до разгона, но хотя бы до 4. Стандартных. Принять изменения и перезагрузить. Вот, а второе сейчас что-нибудь я придумаю. Да, вот, конечно, как здесь именно в этой игре всей работает подсветка с радугой, это... Это удивительно. Удивительно, насколько оно не должно так работать. Я думаю, это будет просто статичный красный. У всего причем. Ну, типа... Да, мне нравится. Мне реально нравится. Очень круто собрали. И внутри так неплохо выглядит. Ну, давай посмотрим... Вспомнил, что забыл. Я забыл информацию о системе. Тоже важная вещь, знаете ли. Понять, работает сейчас все нормально или нет. Ну, по идее, должно. Там что тут? Ничего такого-то и нет. Термопасту все-таки я забыл. Понял. Ладно, переклеим, господи.
Я походу что-то там менял. Но это, кстати, сейчас не будет сложно, это надо... А, ну да, я несколько раз ставил. Это дело привычки. Это ты запоминаешь, когда ты играешь в игру хреново тучу времени. Ну, конечно, когда вот так вот... Да, я забыл, что я... просто... Я там сначала поставил, потом поставил в другое место. В итоге термопасты там уже не было. Все логично. Обычное дело. Вот сейчас все нормально будет. Блин, ну видюха, конечно, если бы она стояла и вертикально, было бы намного круче. Но по стилизации круто. То есть это вот какая-то вот такая непонятная хрень органическая. И внутри все соответствующего цвета. И теперь у нас 40. Но могло бы быть и лучше. Опять же, на это надо прям кастомную воду было бы делать. Ну так неплохо. Давайте... Чего там? Используется гигабайт на что? А у нас свободно всего лишь 32, точно я забыл. Ладно, давай, короче, запустим 3D-марк. Там ничего сверхъестественного, короче, конечно, из этого не будет, но почему бы и нет. Так. Теперь что мы делаем? Теперь собираем второе что-нибудь. Только, наверное, теперь не NZXT. А давайте смотреть, что они еще добавили. Ну, бенчтейбл это бенчтейбл. Бенчтейбл это для карьеры. Это прям для карьеры очень идеально бы работало. NZXT, NZXT. Вот Лиан Ли может быть, но они какие-то странные. Хотя вот этот очень даже неплохой. Золотой. Ой-ой-ой, мне кажется. Так, пока что его. Пока что смотрю на него, на золотой. Это все уже было, все мы знаем. Все эти коробки. Это NZXT старые. Мне кажется, я знаю, что мы соберем, ребята. Фрактал дизайн. Можно вот из такого Евгайд? Ну, это типа EFGA. Не знаю, как эта компания называется правильно, серьезно. Но из этого можно собрать что-то киберпанковское. Надо тоже просто иметь это в голове. Тоже как идея. Просто у меня сейчас... Мне сейчас попалось... Очень крутая вещь, которую я хотел бы сделать. Потому что киберпанк сейчас мы будем делать долго. Но это идея для следующего выпуска. Мне почему-то хочется вот с этим что-то устроить. Потому что он типа золотой. Ой, да, я точно. Я совершенно точно собираю что-то из этого. И тут можно... Say no more. Так, это от БП. Как он тут устроен-то? Это переднее, понятное дело. Это мы все меняем. Я не уверен, насколько это прям надо. Что у нас там? Ну, 12200. Ничего особенного, я говорю. Так, верхняя доступна? Доступна. Угу. Ну, как вы можете догадаться, это будет тупо белый. Как бы белая сборочка. Скорее всего, это будет... Блин, я думаю, это будет Prime, потому что, типа, золото, знаешь, такая супердорогая сборка. Но как раз, кстати, вот на тему киберпанковской сборки... Киберпанковских... На тему киберпанковской сборки можно как раз будет взять... Где эти? Как раз вот эти вот какие-то вещи, типа вот от Гигабайта, что-нибудь вот такое, X200... Ну, правда, X299... Ну да, да, почему нет? Какие-то такие вещи... Вот эти вот такие. То есть, да, я соберу что-нибудь киберпанковское в следующий раз. Будет очень круто. Именно стилизованное. Сейчас пока давай правим. Это будет иксовый i9. Супер дорогой компьютер. Ультра-мега дорогой компьютер. С кастомной водой пока не уверен. Кабели будут... Есть золотые? Есть что-нибудь похожее на... Можно взять желтое? Ну, типа, не знаю. Вот какой-нибудь вот такой. Но он не будет смотреться как надо мне. Вот, можно вот такой вот взять. Ленточный, гибкий, полосатый, белый, желтый. Он будет как раз как такое, что-то позолоченное выглядеть, скорее всего. БП, к сожалению, белых не существует, по-моему, в этой игре. А, есть. А, нет, есть. Но они херовые. Да, они херовые. Надо просто брать косарь того, что есть. Вот, и
и не выпендриваться. Ну, тут как бы в любом случае будут черные элементы. Да, вот это вот такие вот белые с желтым, это как раз под эту сборочку. Прям идеально. Так, не забываем про то, что нам нужен М2. Через точку почему-то. Корсар, добро пожаловать. Тут, по-моему, два слота, если я не ошибаюсь, под это дело. Нет, оказывается, нет. А куда тут SSD назад? Я просто в плане... А, вот они, реально. Не самые заметные вещи. Это сразу, чтобы просто не было вопросов. Так. Я так понимаю, что больше именно под сами SSD места нет, да? Да. Можно харды, да? Давай харды засунем. Мне не сложно, знаете. Давай харды это будут. Давай 4 терабайта сюда. Сейчас провода закончатся, 4 терабайта сюда. Мне, я говорю, мне без проблем вообще. Чё, как бы, много памяти не бывает, говорю. Максимально больная, максимально дорогая сборочка. Так. Проц. i9. 9. Сейчас я скажу, где там 18-ядерный. Или сколько, 16? 18, вот, 9980XE. Потому что, ну... Мы собираем компьютер в Дубай, чтобы вы понимали. Вот, здесь должна быть аналогично белая планка. Это будет белый Trident. Это будет, естественно... это может быть 64, но типа 4500. А 4500 материнка это не вытянет. Да, не 400. Тогда 4 по 16. Вот эту. 128. Кто-то очень сильно хочет играть в игры в Дубае. Тактика примерно такая. Угу. Видюха будет одна, ну потому что вертикально, и она будет белая, но это будет 2080 Ti, скорее всего, кстати, из новых двух. Вот это. Либо вот это. Либо Zotac. Точно не Founders, это плиту не хочу. Тотально это она, да. Она сюда идеально вписывается. Она простая, знаете почему? Потому что, смотрите, потому что если поставить Colorful... Если поставить вот эту, то оно, видишь, оно немного выделяется. Во-первых, она не совсем такой белая, она какая-то более серебряной белой. Во-вторых, она слишком технологична. Она выглядит как что-то... Вот как раз она подошла бы вот нам в ту сборку. Такая она, знаешь, как какие-то вентиляторы смерти такие. А эта она более-менее... А эта она такая, она элегантная вот из-за вот этих вот вещей. Опять же, сюда, наверное, очень хорошо бы подошла ROG Strix, причем идеально бы, если белая, сильно жду, когда хотя бы обычную-то добавят, да, но было бы неплохо еще и белую, надеюсь, одновременно добавят с белой. Вот была бы еще она, но пока что вот это очень даже здесь смотрится очень круто, мне нравится. Теперь вопрос по охлаждению, потому что... Надо понимать, как это у нас будет работать. Я думаю, но это все-таки, скорее всего, будет сейчас вода на процессор просто. Давайте, да, это будет вода на процессор. Значит, waterblock. Выбор, кстати, небольшой. Я выберу. Выбор небольшой. Опять же, что-то простое. Охладагент, кстати, будет желтый, судя по всему, потому что, типа, жидкое золото у нас будет охлаждать наш процессор. Вот радиатор проблема. Хотя нет. Вот радиатор. Мне, конечно, не нравится, как он выглядит вот в таком контексте здесь. Ну, типа, я бы хотел его по-другому. Я бы хотел его все-таки сюда. А мне ничего не мешает так сделать. Я просто возьму его поменьше. Мне, в принципе, плевать, что... Подожди, это открывается? Ха! Жесткие диски, до свидания. Это мы вытаскиваем. Это ставим сюда. Проблема решена.
Да, абсолютно. Так, и давай, это будет прозрачный жесткий. Тут будут белые переходники будут беленькие. Не уверен насчет прозрачного, кстати. Не до конца. Вот так. А, вот только я не подумал о том, что бачок же у нас еще точнее. А он сюда сейчас как возьмет и не влезет из-за видюхи. Что ж такое-то? И некуда его, да, больше тут пихать-то? Ну, место... Да, место ограничено, к сожалению. Его, может быть, можно... Попробуем извертеться. Куда-нибудь... Не, из-за видюхи не встанет. Не получится воду сделать. Ну, типа... Даже если б видюху, то слишком мало места для воды. Да. Так, харды назад. Такой момент, который у меня не... А хотя нет, почему харды назад? У нас же будет кракен тогда. Хотя... Ну, типа, мне нужно водяное охлаждение. Что тут есть из водяного, что не кракен? Что может быть... Вот это можно взять. И по-другому заставить. Вот это можно взять. Вот это можно взять. Много крутого. Очень много. Сильверстоун какой-нибудь. Это что-то новое. Да. Оно прямо отсюда. Оно прямо отсюда. Очень круто. Так, а наверх, естественно, корпусные вентиляторы, и это будут какие-то простые, не знаю, как объяснить. Это должен быть белый, вот что-то такое, вот фрактал дизайн этот хороший. Только, наверное, не такого размера. Очевидно, потому что это слишком сильно. Вот фрактал дизайн, вот эти по 120, три штуки сверху, если влезет. Ну, три штуки сверху точно влезет. Влезет ли сюда на 140? Вот в чем вопрос. Тут маленький. Да, влезло все прекрасно. Так. Смотри, закрываем верхнюю, оно будет выглядеть хорошо. Ну, как бы все, оно все собрано. Это прям так, как я это видел, офигеть. Было бы неплохо, конечно, да. Было бы неплохо сделать надзащитный кожух, кстати, напихать. Что-то я... Или я могу? Не снимай видеокарту. Могу. Короче... Прикол в чем? Было бы круто, если бы внутри была вода. И вот как раз если бы это была кастомная вода, которая как-то похожа на золото и все дела. Но... Проблема конкретно этого корпуса в том, что слишком мало места. Вот слишком мало места просто, и все. Я ничего не могу с этим поделать, к сожалению. Типа видеокарта, если будет меньше, ты понимаешь? Видеокарта, даже если она ляжет горизонтально, она все равно не даст места бачку, поэтому... Просто оно тут не впихиваемое, так что мало что можно поделать. Но мне кажется, что мы все равно собрали что-то очень стильное. Вот в плане вот этого... Даже можно поспорить. Можно поставить какой-нибудь... Вот такие вот вещи. Вот такие. Это заставит светиться белым. По-моему, тут был какой-то белый коврик, если я не ошибаюсь. Ну, типа, вот даже Razer можно такое вот дать. Вообще огонь. Мне очень нравится. Так, стоп. Пока я помню. Да? Same mistake twice мы не делаем. Хоть это ни на что и не повлияет. Но термопасту я опять же не вернул на место. Ну, это, говорю, это такое дело привычки. Я помню, как я в карьере, это первый раз. Для меня это была проблема.
каждый раз вспоминать, что мне типа так, мне надо добавлять термопасту каждый раз, когда я что-то делаю здесь с охлаждением. Пау! Оно еще и светится! Огонь! Просто... Блин, вот если бы вот это еще светилось. Так, мы что делаем? Мы ставим 3D-марк, мы ставим информацию о системе, мы ставим подсветку, перезагружаем. Сейчас еще оперативку. Надо сделать побыстрее, of course. Ну, типа, оперативка. Немножко важно. Совсем чуть-чуть. И сейчас я сделаю просто такую. Так, смотри, значит, важно. Давай так, сначала все будет тупо белое. Вот, но тупо белое некрасиво. Почему? Потому что некоторые вещи... А это белое, да. Здесь... А эти не светятся, да? Обидно. Здесь знаешь, что хочется сделать? Здесь вот видюху. Ее надо как-то... Как-то ловить золотой цвет. Ну, типа... Вот сомнительная эта история, она даже больше оранжевая, что ли. Или оставлять белое. Но белое выглядит лучше. Но, опять же, выглядит хорошо. Давайте проверим, но я более чем уверен, что все в порядке здесь, да. Вот, и давайте проведем тестик. Вот, хороший, стильный, мне нравится. То есть он неплохо выглядит со всех сторон, он внутри, все у него стилизовано. Очень даже неплохо. Мы собрали, по сути, два абсолютно разных компа. Не по уровню, но именно по стилю. То есть, не знаю, мне вот в этой игре с какого-то момента начало... Вот, мне кажется, для этого песочница и создана. Для того, чтобы мы работали не с железом, потому что с железом как-то интересно поработать ты можешь именно в карьере, где тебе дают задания, тебе надо как-то изворачиваться, исходя из бюджета, из того, что тебе говорят. А здесь вот очень интересно поработать именно с визуальной точки зрения того, как выглядит комп. Какой корпус, как он обыгрывается и что у него внутри, от каких производителей, что просто банально выглядит лучше. Вот мне кажется, что вот эти вот два, ну, они абсолютно разные по стилю, но они оба, мне кажется, получились. Тот больше, чем этот. Вот Лиан Ли получился, мне кажется, более интересным, чем вот этот. Этот стильный, несомненно. Да, и он там красный, весь такой агрессивный, тут треугольник. Вот это вот мясо здесь. Но вот этот он... Он, скажем так, он больше нравится лично мне, но вот именно в плане как в общей сборке, вот он тоже. Во многом потому, что там видеокарта стоит вертикально, а не горизонтально, как здесь. Но, не знаю. В принципе, клево. Но надо запомнить, что я собираю киберпанк в следующий раз. Киберпанк я собираю 100%. Смотри, вот i9-9980XE выдал не сильно больше, чем 9900K. Что тоже интересно. Но смотри, этот компьютер стоит почти 5 тысяч долларов, а этот стоит 7, на 2 тысячи больше, ну чуть больше, чем на 2 тысячи, на 2300 где-то. Причем преимущественно из-за процессора и из-за жестких дисков, потому что здесь у нас 1300 стоит процессор, а тут 730, ну да, во многом из-за процессора. Вот, ну как-то так. Опять же, можете продолжать писать... Какие сборочки вы хотели бы видеть в выпуске. Следующий будет очевидно непонятно когда. Как в общем-то и всегда. Вот это все происходит очень спонтанно и, как правило, по обновлениям. Но вы можете продолжать писать всякие заказы. Я в следующий раз их исполню. Естественно, очень хочу сделать именно киберпанковскую сборку. Мне кажется, это будет интересно. Это будет сложно, прям застрелиться можно будет, но... Но сделаем. Мой, конечно, мне все еще тоже очень импонирует. Ничего в нем пока что обновлять не надо. Единственное, я хочу оперативку докупить новую. Кстати, Predator, который тут есть... Который, по-моему, тут стоит у меня сейчас. Только сейчас он у меня, да, сейчас он у меня стоит 2 по 8, а я хочу 64.
Вот. Ну и хочу, и он мне нужен на самом деле для работы. Вот. Как-то так. Пишите, какая... О, кстати, это работает, подожди, все-таки. Хотел сказать, пишите, какая именно сборка из этих двух вам понравилась больше. И какую бы вы хотели. Естественно, обе, но вот по стилю. А этот, значит, не выделяет... Короче, тут не меняется цвет нижней части, меняется цвет задней. А это другой, подожди. Не, у этого не работает. Asus, да, тут больше нету. Вот, но на этом сегодня все. Пишите, что вы думаете по поводу мастерской. Мне все же кажется, мне нравится NZXT, но мне все же кажется, что вот именно эта мастерская, она немножко не про то. Она какая-то очень простая, и Asus, как по мне, все-таки немного получше. Но опять же, это как по мне. Вот, но на этом на сегодня все. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк, прокомментируйте и подпишитесь. А мы увидимся с вами в следующем видео. Всем удачи и до новых встреч.